Ну, в общем-то, хорошая у нас серия игр вообще, хотел бы отметить, потому что со всеми лидерами мы играем. Вот, и все они были напряженные, не исключение сегодняшней игры. В общем, как ожидалось, команда, которая очень хорошо играет в обороне и с хорошим вратарем, в общем-то, с такими командами всегда сложно играть. Ну, и первый период мы особенно внимание уделили обороне, но в то же время удачно забили, использовали ошибки. Ну и так, я бы сказал, нам повезло, так удачно матч складывался, мы все время вели в счете и в конечном итоге сумели довести матч до конца при равной игре. Спасибо большое. Вадим Сергеевич, как вы прокомментируете его? Ну, Петр Ильич правильно сказал, да, поймали на ошибках. Два периода соперник практически ничего не позволял нам в атаке. Третий период, да, был неплохой и по содержанию, и моменты были, могли сравнять, где-то, да, не повезло. Но соперник, я думаю, победил сегодня заслуженно, больше, да, хотели где-то мало крови сегодня, особенно два периода. Ну, с команду соперника с победой, как говорится, да, закончили регулярный чемпионат. Готовимся теперь к плей-офф.